Феерично, завораживающе и необыкновенно красиво. От сцены под открытым небом до невероятной музыки, невероятного исполнителя. На закате лета на площади перед Государственным академическим большим театром имени Алишера Наваи впервые в Ташкенте выступил британский пианист Стивен Ридли, организатор Фонд развития культуры и искусства в Узбекистане. Мягкий микс блюза, ритм-энд-блюза, джаза и харизматичный вокал. В прошлом инвестиционный банкир, сегодня Стивен Ридли, тот самый, у которого тысячи поклонников по всему миру. Кажется, он говорит на языке музыки с каждым зрителем наедине и в то же время со всеми. Open-air, который еще долго будут вспоминать жители и гости столицы. С первой минуты выступления и до заключительного аккорда, находящийся под магией, которую в этот вечер создал музыкант.